Отлично, он покинул пещеру. Все будет проще, чем я предполагала. А? Кто-то пришел. Така, мне нужно с тобой поговорить. Как ты мог так поступить с Араби? Она достала меня, вот и все. Она всегда ведет себя так, будто я ребенок. Разумеется, потому что ты в самом деле ведешь себя так. Неужели ты настолько слепой, что не видишь, как сильно ты ей нравишься? В последнее время она только о тебе и говорит. Что? Ты серьезно? Да, но теперь это не важно. Ты сильно ее обидел. Ты хоть понимаешь то, что ты ей сказал? Да, это была ее вина, Муфи. Тогда я действительно больше не понимаю тебя, Така. Тогда тебе стоит называть меня не Такой, а Шрамом, как это делает Серафина. К слову, куда эта Серафина так спешит? Боже! Она собирается рассказать обо всем маме и папе! О чем это ты толкуешь, Така? Шрам, брат! Выходи, детка! Я знаю, что ты здесь. Выходи сейчас же. Шраму нужна твоя помощь. С ним что-то случилось? Ах, вот ты где. О, не беспокойся, с ним все в порядке. Значит, ты его подружка? Я не знаю. О, думаю, ты прекрасно это знаешь. Ты станешь моей маленькой местью, глупышка. Сина! Оставь ее в покое! Шрам! Помоги мне! Слыхала? Твоя подружка просит тебя о помощи. Ужасно осознавать, что ты ничего не можешь сделать, правда, Шрам? Теперь ты знаешь, каково это. Когда ничем не можешь помочь, никак не можешь защитить. Совсем как я, ты позволил моему сыну умереть, а я могла лишь смотреть на это. Что ж, теперь ты будешь на моем месте. Теперь ты не сможешь смотреть в сторону, как ты делал в то время, когда гиены рвали на части моего Рику. Сина, нет, остановись! А, Шрам! Мое ушко, оно болит! Сина, ты заплатишь за это! Ха, что ты будешь делать, слабак? Ай! Сина! Я предупреждал тебя, что если ты только тронешь моего сына, то мне придется принять меры. Ты доказала мне, что ты представляешь опасность для моего сына, Сина. Нападение на члена Прайда, особенно если он не способен себя защитить, нарушает все наши законы. А мог ли мой сын защитить себя? Ахади, твой сын, вот кто нарушает все законы Прайда. Твоего сына убили гиены, а не Така. Шрам должен быть изгнан, но ты слишком слабохарактерен, король Ахади. Ты даже не можешь контролировать своего детеныша. Молчать! Я не приемлю закона, допускающего кровную месть в моем королевстве. Я приказываю тебе убираться отсюда! Тебе придется покинуть земли Прайда без шанса на возвращение. Эти земли не ведут правосудия. Идем, Серафина. Мы найдем себе лучший дом. Прощайте, друзья. Серафина, мне так жаль. Знаю, что тебе не обязательно покидать нас. Я знаю, но я не могу остаться. Моя мать уже теряла детеныша однажды. Я просто не могу покинуть ее сейчас. Я понимаю тебя, Серафина, но я хочу, чтобы ты знала, что тебе всегда будут здесь рады.
Быть может, когда-нибудь. Така! Что я тебе говорил насчет чужаков? Взгляни теперь, к чему привело твое неповиновение нашим законам, Така. Бродягам не разрешается оставаться здесь. Есть только одно исключение, но... Я знаю про исключение, пап, и я принимаю его. Что? Когда она подрастет, она станет моей будущей женой. Как видишь, пап, я не переступал ни через один из твоих глупых законов. Так, ты это серьезно? Ну, разумеется. Ах, так, это же чудесно! Почему ты не сказал нам, что влюбился? Быть может, я не был до конца уверен. Я подумал, что вы с Ахади позволите ей остаться. Ну, конечно же, она может остаться. Теперь она часть нашей семьи. Не правда ли, Ахади, дорогой? Да. Что? Этот детеныш станет его будущей женой? Он всерьез? Сараби! Надеюсь, наш сын знает, что он делает. Ох, Ахади, когда мы были совсем юными, никто и представить себе не мог, что мы станем парой. Главное, что так и счастлив. Моя жизнь кончена! Что я наделал? Моей женой станет глупый детеныш. Вообще-то я вырасту. Здесь полно других левиц, но мне досталось именно это. Как жизнь может быть так несправедлива? Как я могла быть так глупа? Я чувствую себя дурой. Сараби, вот ты где! Ох, Муфи, прости, что я убежала. Это самый ужасный день в моей жизни. Я знаю, Сараби. Сначала Серафина нас покинула, а теперь еще и Така. Я чувствую себя такой одинокой теперь, Муфи. Но ты не одинока. Я же здесь. Эй, поднимайся! Ну, хватит дрыхнуть! Ай! Ты должен аккуратнее обращаться со своей будущей супругой. К слову, спасибо. Ерунда, идем. А куда мы идем? Я познакомлю тебя с счастьем моей семьи. Но разве я еще не знаю их всех? Ты знаешь моих родителей, моего брата и мой прад. Но есть кое-кто еще, кто заботился обо мне с давних пор. А когда мы повзрослеем, у нас будут львята. Один мальчик, девочка, еще один мальчик. Нет, девочка. Зира, заткнись. Шрам, а где живут твои друзья? Мы почти вышли за пределы земель Прайда. Они не живут на землях Прайда, гений. Мы идем на кладбище слонов. Кладбище? Звучит жутковато. Будущая жена! Ты смеешься надо мной? Разве я не говорила тебе, что ты не нуждаешься в этих глупых львах? Тебе лучше забыть про них. А теперь ты выбрал себе невесту. Ты вообще слушаешь хоть кого-нибудь? Ну, если вы хотите продолжение, то давайте под этим видео наберем 40 лайков. Всем пока!